Специалисты Чувашского государственного института гуманитарных наук проводят итоговую сессию. Она по традиции приурочена ко Дню российской науки. Сотни научно-практических конференций, обсуждений и конструктивная критика от коллег. Научное сообщество ведет плотную исследовательскую работу по истории, языкознанию, литературоведению, археологии. Ученые труды сохраняются на бумаге и отправляются в свет. В 2017 году опубликовали несколько монографий, а также книг в соавторстве с коллегами из других регионов. Над изданием «Чуваши» работали сотрудники Чувашского института гуманитарных наук, московские и самарские ученые. Знаменательно, что в прошлом году ученые вернулись к теме Чувашского театра. Провели научно-практическую конференцию, впервые издали посвященную театру, солидную книгу, материалы конференции, чего не было в истории института, около 40 лет.